скажите, пожалуйста, как оцениваете работу на нами службы сегодня? Очень плохо. Очень много у нас гастарбайтеров и ни одного дворника. Зачем тогда гастарбайтеры нужны, я не знаю. Я думаю, их надо отправлять обратно в Азию, набирать наших бабушек, они убирают гораздо лучше, заботой, с любовью к нашему городу. Как сегодня до работы добираетесь? А, ну я не знаю. Я пешком все время хожу, но людям, конечно, ужасно. По большому счету, я бы сегодня праздник устроил, выходной. Что-нибудь такое веселое, праздничное. Мне кажется, в Европе так и делают. Вот, а потом бы уже работали. Но у нас, в общем-то, праздника никогда не устроили. Скажите, пожалуйста, вам не холодно? Ну, моя главная проблема не холод. Моя главная проблема, у нас в городе есть постоянные источники излучения и радиации. Поэтому их надо контролировать. Вот я сейчас иду в Гордуму, может быть, подниму там вопрос. Потому что я по этим вопросам обращался уже во все органы власти. Но у нас ничем не занимаются, ни снегом, ни здоровьем людей. То есть абсолютно ничем. Лично мое мнение, 90% проблем в нашем городе – это из-за ФСБ. Они постоянно вмешиваются под предлогом там госбезопасности, еще чего-то. Прокуратура боится, не контролирует их. Ну, это такая бесконечная просто тема. Оставьте, пожалуйста, ваш контактный телефон, мы с вами поговорим об услышке. Да, вы можете обратиться в администрацию, я там писал, а телефона у меня нет, потому что электрооборудование у нас тоже выходит из строя из-за различных вот таких помех, радиопомех. То есть вам проще обратиться, у нас есть военный институт, обратитесь официально, они вам дадут официальный ответ. Мне официально они не дают. Вот так. Ну, вы извините, я пойду.